Жителям района и города покажут, как освобождали Ленинград. На этот раз сражение пройдет в полях на Гатчинском шоссе между Красным селом и Вилозе. С 12 дня начнет работать огромный полевой лагерь Красной Армии. Для зрителей будут развернуты тематические выставки, интерактивные музеи военной техники и артиллерии, инсталляции солдатского быта и пункта полевой связи. Кульминацией праздника станет военно-историческая реконструкция одного из боев в ходе Красносельско-Ропшинской наступательной операции 1944 года. Сражение начнется в 2 часа дня. После все желающие смогут выйти на поле боя, познакомиться и сфотографироваться с реконструкторами и при желании вступить в ряды одного из военно-исторических клубов.